Я почувствовал, как ДК заплакал. Какой ДК? С нами который. А чё будет плакать? Он кинул лужу, а ты босса увёл. Ой. Там что-то лужи какие-то, или мобы, или лужи от мобов. Ты прям чувствуешь, как он обижается, да? Да нет, он сейчас это вообще затупил самый конкретно. Ты уже там был этот второй пак сагрел. Он, короче, на одну моба кидает уже. Когда за ретрика играю, я завидую ДКшникам с их лужей. Ну, то есть мне не хватает этого скилла. Ну, она побольше, да, просто? Это то, что она прицеливается. А-а-а. Это прям хочется прям... По радиусу она такая же.
Как ты там оказался? Да два раза упал. Один раз раньше прыгнул. Топовая триня. У тебя на танка, если что, бери топовая. Танк нормальный. Сейчас я тебя закину. Но она, честно говоря, по товарам мишкам идет. Да, где у них есть скилл. Да. Отхил. 3 минуты. Ну тут мишковский. Он 3 минуты и вот этот хилка 3 минуты идет, которая за ярость хилит. И 3 минуты вот это хп, которое увеличивает. Энергия. Короче, уже не знаю, сколько у меня протоваров в гильдии. Сколько протопал, по-моему, 1 или 2 есть. Уже эршамов там парочку есть.
Воу. Чё-то не вкурил, где там хил? Она 80-я. Какие-то остались без креденсты, можно своим ходом собрать пати. Там требований нет. Либо с аукциона шмон дали 180-е блоки. Вольно паладинов я сейчас наблюдаю. Да. Моя служба. Жизнь у нас. Занял, короче, маленького паучка. Ну, 200 хп осталось, ну, там стрелял, да. Thank you.
Воу.
тут у людей КД. Да. Ливаем, что ли? Или ждем, когда рог ливнет? Пускай ливают. Роги надо ливать. Да, роги тоже надо ливать. Кстати, она же так, ну, испадин пора уже, наверное. Кому? Она 80-я, но до сих пор еще в сети. Что она делать собирается? Все, кушать идет. Летку купить. Нет, не пойдет, видимо. Вон, короче, смотри, вот этот Ва Ултору, короче, в заметке Влад Повар написано. Вот этот челик, он, короче, с циркуля. Что-то он, ну, он меня знает. Я примерно так его ник помню оттуда. Вот. И у него, короче, коллектив есть. Ну, там людей тоже нормальных, адекватных с циркуля. Они там где-то на X3, что ли, играли. Вот. Что-то со званиями какая-то проблема. Я ему вроде мудреца давал, ну, чтоб там он принимать мог. И что-то у него скидывается вот на это, на Alt-Wing. Ну, я это самое дал этому Alt-Wing званию, чтоб тоже мог брать. Да не, оно это скидывается. Ну как бы я вручную сейчас я ему скину обратно. Оно, короче, скидывается. Ну типа я ничего не делаю, оно скидывается само. Вот. Нихера себе, три паладина, бля. Дед нахуй. Короче, будет. Короче, он это. Она принимал людей, и, может, еще кого будет. Сюжет пускала на X4. Вот. Я, короче, зашел на этот личный кабинет ее. А там у нее висит 5 этих авторизаций с разных территорий. Нет, откуда непонятно. Вот. Говорю, вот это что такое? Может быть это удалить? Если не надо. Удалила и сразу пускать начала. Типа недоверенное место входа, да? Да. Нет, места доверены, кстати, были. Я сначала свои удалил,
которые были. У меня тут. Я несколько раз компьютер переустанавливался. Потом смотрю, какие-то уже левые, не мои. Чужаки! Ваш триумф будет недолгим. Я командир Варус, заоблачный странник. Мои драконы обозревают небеса и защищают это место. Я позабочусь о том, чтобы Окулус не достался вам. Там это, в Борейской тундре, ну, я где-то за полчаса это все сделал. Там несложный квест, там буквально взять. Давай я сделаю. Что за квест? Там это, у нее 171 левел, надо реликвию где-нибудь отыбать. Теория, она, в принципе, недорогая, 175 УД всего стоит. Ну, то есть у меня, по крайней мере, всего стоит. Я думаю, у друида то же самое. Там и левел, конечно, не очень большой, там 138 вот. Да, 138. Ну, за УД там 200 сразу. Скинул.
Мы голду на что-нибудь копим? Да сейчас вот я даже не знаю. У нас что, полетки? Считай, касали всех был. У меня сейчас 1800. У меня, короче, 593. Сегодня шаман прикупил камней там. Где-то в голову. И чтобы срабатывать про этот фиолет. Мне нужна 375. Да. Ну так, если копить, не знаю, или на ячейку 500, на третью. Ну, это надо спросить у людей, надо она им или нет. Пока без этого, пока 50% ГБ не занято, можно не думать, допустим, так такой парок сделать, или четверть, или треть. Видишь, смотря опять же, кто пользуется. У основателей то немного званий вот этих, это только вы считай. Я там особо что там вкинул пару вещей и все. Короче, коплю на мамонта. Мамонт здравая штука. Там еще лужа. Что это? За мной едет, блядь. Это Окулус. Вон лучи какие-то, видишь, драконы хуярят сверху. Самый ненавистный инст многих. Я не знаю, что они его не любят, прикольный инст. Ну да, особенно когда работает. Куна работает вроде, нет? Ну да. Меня там постоянно с драконов скидывает. Ты кнопки-то не тыкай. Я не тыкаю, я специально не тыкаю, и все равно скидывает. Я тоже иногда скидывала, неизвестно почему. И ни одного меня, еще тех, кто со мной был, скидывало. Ну это баг такой, он как бы, то есть, то нет, хер знает. Этого достаточно, чтобы ненавидеть. Что ненавидеть? Окулус. Просто есть баги, которые такие легкие, а есть жесткие баги. Когда сервак, например, перезагружается. Это не баг, а фича. Ага, представь такую фичу. Прото дракона челику не дал выбить, зашел сам раньше его и выбил. И за 300к продал. Так, ну что у нас будет? Наксрамас когда-нибудь на этой неделе? До прохода? Да, там смотри, там, короче,
либо 10, либо 25. 25 это в удивительном случае, если будет огромная вайт. И будет скоро выбирать танки, хилы. Тогда можно ее пойти. Но опять же, надо... Это бишь, что бишка. Получается... Завтра, послезавтра? Завтра, вот это, суббота получается 18:00. Вот, и фишка в том, что одни челики написали мне, вот мы типа коллектив, там 10 человек, вступить хотим, ворваться. Мы там фуловые, все одетые, крутые. Вот. Блять, мой дракон ебанулся, блять, смотри, что происходит. Сука, сейчас я слезу. Блять, бисов вообще серф пиздец. Ты видел это, блядь? Просто медведь на парашюте. Вот это парашют без гранат, конечно. Это вряд ли как-то полнейшим, да? Этим занимается ДК. Блять, не в тот каст дал там. А, не дал бы. Опять стригерился на каст, это был каст телепорта. Вот, короче, эти есть челики, а есть еще челики, вот которые вот это два. Получается, два предложения мне запустило, что вот мы там 10 человек ворвемся. Вот, и фишка-то в том, что те челики, которые не вступили еще, типа, вот мы там порешаем, типа, они в Дисе мне написали, у них там канал какой-то приглашали, там, типа, вот, на воскресенье, вот, поэтому за завтрашний день нужно, что там, скорость. Надо, надо. О, я вылетел. Хорош. Даст обмен, нет? А ты уже на драконе сидишь? Я сейчас слез. Мне плоховато. Может, ты без формы прыгать будешь на этого, на дракона? А чё? Может, так будет? Ну, этот, без багов, может, получится. Так, а я не знаю, нормально на нем на мишке сижу и все. Не, ну просто ты говоришь, что иногда не срабатывает, типа. А, так, а я не знаю, вроде и без формы не срабатывает. Вот скинула в этом месте один раз без формы. Один раз только скинул. У меня формы нет, у меня не срабатывает. Ты на ДКВе, да? Я на фуре. Он на варе. Там стойки. Потести какие-нибудь стойки. Может, вот, как бы, по дефолту идет боевая. Может, он в версии... У меня бывает такое, что не выбрана никакая стойка. Может. Но сам я это сделать не могу, это рандомно багом получается. Ну это бывает, я ведь знаю. Там за вар играю. Может. Так надо судиться. Ты знаешь, насколько я нуб? Я даже не читал, что третья вот эта способность у бронзового. Она типа дамажит и еще стаки какие-то вешает. И потом первая тычка больше дамажит, типа, после этих стаков. Я такой нуб вообще. Где ваш ДПС, алло? Вы че? Где? Народ, вы че такие? Это получается два раза надо настакать, чтобы до 10, и потом уже выстрелить первая билка. А вот этот стоп, это чисто в... когда он берсу берет. Сука, и оно, прикинь, в ней восприимчивость ушла, тычка, блядь. Ай, дичь, блядь. Вот это у меня пукан сгорел. Сейчас попробую, успею, нет, настакать. Там под 100 тысяч, наверное, стукнет. А похуй, сейчас разряжаю, короче. Сука. Празднуйте. Пиздец. Не дали по ДПСить. Презренные глупцы. Вы и ваши союзники-драконы победили в этой битве.
но мы одержим верх в войне Нексуса. О! Хорош, я все кристаллы забрал. Императорский топаз, тебе надо? Ну, скинешь. Будет какие-то камни делать. А, давай сейчас. Кэсси, целых три. Пойдем мы сегодня в Нексус, нет? Ну что, там что-то тебе выбить? Да трения нужна. Ну вот это вот неплохая, да, на хосту? Ну она типа PvP-шная, она прокает раз в полгода. И урона мало дает. А там она с меткостью. И латаки дает сейчас. Клинка. Это знак превосходства на минималках. Помнишь, такая триня эта за УД была? Угу. Здесь 45-я, прожимная. Но. Аналог. Только статы поменьше. Ну это чисто, знаешь, это меткость. А вот я прожимные не люблю триньки вообще. Я люблю, когда мне... пробкаю. А мне под крылья вообще... Я обожаю просто эту триню. То есть на лоу-левеле, когда... Она еще актуальна, она вообще шикарна. Да, когда, в принципе, все, что актуально, все, что нашего уровня здесь, классно все работает. Вот видишь, те же самые статы, по сути, меткости, сила атаки, 20 секунд. Угу. У меня крылья 20 секунд, и это фигня 20 секунд. Идеальный бурст. Там меткости вообще до жопы, 128 просто. Не, ну я вообще здраво приоделся прям, ё-моё. Тринька вот это еще жертвоприношение. Броня, в принципе, не лишняя. И прожимка КД 3 минуты вместе с криком друидовским. Вообще здраво прям, 3 косаря лишних. А символы я замутил, короче, на 15% инстинкты больше. Они там, получается, не на 30, а на 45% хп увеличивают. И прожимка, которая тоже 3 минуты КД, она вроде 10 секунд висит, хилит. Когда она 10 секунд висит, там по мне хилка увеличивается на 20% весь хил. Это считай как у ДК кровь вампира, только КД, блядь, большое, сука, 3 минуты. Сделали бы 2 хоть для приличия, блядь. То ДК у него, блядь, КД 1 минута, блядь, 2 минуты, а у Мишки 3, у протовара вообще 5, блядь. Обделили классы, сука. Но зато ДК трэш нихуя не умеет танчить. Ну, ДТ-5. Хотя, если правильно включать, может и будет танчить. Я думаю, брать мне грудак Т7 или... Я думаю, надо взять все-таки, чтобы у меня был... ну вот, под него, то есть у меня перчатки сейчас, если я возьму второй комплект, будет прок. Ну, в принципе, у тебя там бонусы крутые, тебе надо брать. У меня, знаешь, в что упирается проблема с Т7? Во-первых, бонус от двух кусков очень слабый. Во-вторых, у меня на грудаке меткость. Ну, мастерства 42 на плечах. На голове ничего нету, меткость на перчатках 66 целых, и на штанах нихуя нету. То есть получается, если брать, то первые куски — голова и штаны. Но у меня в штанах уже 2 сокета, в башке сокет, чарка и 2 этих камня, блять. Ну как-то не время пока брать, мне кажется, надо ОД копить. О, кстати, сейчас я еще 2 камня могу купить, уеду куплю. Так, что мне поставлено, ну-ка. Пояс. Еще где-то было.
только пояс получается. Пойду еще сейчас один камень куплю. Все лучше пожирнее буду, да? Будем чурегнем, потом поможем с ареной здесь чем-то. Да можно. После рейда? О, после инста? Ну да. А подожди, там кто-то просил прямо сейчас зайти. Типа. Да не, сейчас я спрошу. Можно и сейчас ходить, понятно, без разницы. Ну давай тогда отменим, сгоняем. Окей. Со своего пути. Так, сейчас. Короче, сейчас я камень купил. Какой-то аддон, короче, взял, типа два раза щелкаешь на портрет и появляется кругляшок из меток, типа ставить метки, но он вдаль не работает, типа, если это далеко не впахивает. Так, куда там надо, к какому? Серебряная застава или разлом света ближе к арене? Застава. Удачи. Ага, полетел. Блять, так это же это. Поясную пряжку еще можно купить, вторую дырку сделать в поясе. У меня появилась одна космическая великая и абсолютная пыль две штуки. И на символы две книги. Челик какой-то. Я его не знаю, короче, он что-то какие-то видео мои смотрел там на ютубе. Такой что-то типа это. Я ему говорю, ты кто, типа? Ну, типа, где-то играли там на циркуле. Но я не люблю, когда кто-то пишет мне, и из-за того, что я не знаю ник. Какой раньше был у человека, а ники люди придумывают, вот тысячи штук, у меня-то все ники на войд начинаются, все знают. Ну и это и пишет мне, и не говорит, кто он, типа. Вот у меня прям пукан горит с этой херни. И я говорю, да я не знаю, кто ты, блядь, все, он мне что-то пишет там. Я ему уже написал, говорю, ты заебал, типа, я не буду, типа, общаться, ты либо давай там в диз зайди там. Ну, короче, понаписал, он там что-то, это, пати мне кинул, что-то я там на площадке стоял и такой хуяк подъезжает, в обмен сумку дает на 20 слотов вот эту ледяную,
Так, а ты где? Подлетаю минуту. Полминуты. Ты типа в круговую как-то летел, да? Да, сначала квест задел. Да я думал, раньше вас успею. Ну это все равно квест взять. Там же много народу. Так, ну вот сейчас шамана в воздухе Альянса вижу. Так, кто-то там, там ордынцы делают квест. Да, прилично тут ордынцев. Так что еще попробуйте квест взять. Могут перетыкать. Потому что я так и не доделал этот квест.